Ну, при такой-то поддержке нельзя не запустить в производство и еще парочку новых разработок. Вот, например, одна из них – магазин на колесах. Риск заразиться коронавирусом при покупке продуктов минимален. Никаких контактов с продавцом. Разговариваете через громкоговоритель. Между вами стекло, внутри специальная УФ-лампа, которая обеззараживает продукты. Если все еще боитесь, что на поверхности буханки вирусы и микробы, под специальным сенсором-антисептиком можете повторно обработать. Это еще не вся помощь. Предприятия малого и среднего бизнеса могут воспользоваться отсрочкой по оплате арендных платежей и даже взять беспроцентный кредит для выплаты зарплаты своим сотрудникам. Для подмосковного бизнеса продлены и сроки представления весенних налоговых деклараций на 3 месяца. А также введен мораторий на любые проверки.